Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста для чиновников и политиков. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Напомним, при первом чтении законопроекта, которое прошло в декабре прошлого года, был обозначен единый для чиновников, мужчин и женщин пенсионный возраст 65 лет. Во втором чтении приняли поправку и для женщин возраст снизили до 63 лет. Таким образом, предусматривается постепенное увеличение пенсионного возраста до 65 и 63 лет мужчинам и женщинам соответственно. Речь идет о чиновниках, которые работают в аппаратах госорганов и тех, кто занимает политические должности. Также предусматривается постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера с 15 до 20 лет.